Привет, дорогие друзья и подписчики. Итак, сегодня Зоотроп снова с вами. Мы с вами посещаем Одесский террариум, который находится при Одесском зоопарке. Идем туда всей семьей. Вот так он выглядит возле нашего привоза, который сейчас частично находится на реконструкции, частично уже сделанный. Ну, все вы про него знаете. Итак, мы с вами идем в террариум смотреть и показывать вам, какие интересные животные присутствуют в нем. Итак, двигаемся. С вас, конечно, лайк и подписка на канал. Зоотроп работает для вас. Так, вот такая красота в нашем акватеррариуме. Какие у нас скаты. Один, и вон еще два, три. Дети в восторге, да? Киря, ну расскажи, тебе нравится? Пока вернись. Кусачая? Тебе нравится? Рот большой. Кусачая? Помните, как такой сом на выставке на морвокзале, да? Мужчине чуть палец не откусил вместе с перстнем. Я вставлю в ролик сюда, покажу, как это бывает, чтобы не совали руки. Не факт, что ему нравится, может, он просто голодный. Ага, а я о чем говорю? Успел убрать. А там зубы такие. А там зубы такие, что можно и оставить мизинец там. Смотри, какая. А у нее что-то он какой-то нарост у нее. У этой акулы. А, это так задумано, значит. Рейсичек вылез. Смотри, какие. Тебе нравится, Кристина? Мне нравится. Полосатики. Види, как детям нравятся рыбки. Да, наверху полосатики есть. Триони. Отряд черепа. Идем дальше. О, тут у нас уже начинаются триониксы. Вон он плавает внизу. На черепаху похож. Это у него эти как его. Вон, голову высунул. Сейчас я покажу. Ну, жабры. Вон, смотри. Правда, стекла грязные, но. Ребята, смотрите, там еще один черепа. Кирюша, нельзя. Вот черепа. Да, наверху стрелки красивые. Красавица. Вот так красавица. О, у нас такие когда-то были дома. Желтенькие и соненькие точно такие, которые кричали по ночам. А мы не могли найти, кто кричит. Так, тут у нас удав обыкновенный. Смотри, таракан. Видишь, какая здесь? Ты видел змею? Вот, вот ее голова. О, смотрите, какой скап. Как он нам прямо позирует. Один и второй, смотрите, два ската. Рыбка такая. Видишь, как тарелка огроменная.
Тут у нас сомики и маленькие тоже вон. Разные рыбехи. Рыб очень много, поэтому мы не рассказываем, где какая. А скат, вот, кстати, скат Моторо называется. Вот от которого мы с вами видели только что. И тут вот скалярии, из того, что мы знаем. Гурами. А тут черепахи. О, какие тут тараканы плавают. Да, тут тоже и ползают, и плавают. Вон на стенах. Вон на стенах. Вон. Ага. Тараканище целый. Точно. Да, просто какие такие знатные. Семья большая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тоже везде тараканы. Да, они пишут тараканы. Вот, расписной спиннерок. Ой, какая красота. Спиннерок Пикассо. Вот еще рыбка. Давай. А сейчас, сейчас, подожди. А вот тут? Сверху сколько? Идем. Вот. Девочки, семейная фотография, дружный женский коллектив. Змеи, что ли? Это мой друг. Мой друг. Коллектив бухгалтерии. Мне тоже прописано аккуратненько. Спасибо. Это крокодилевая черепаха. Да, питончик шкуру скинул, полинял. Смотри, вот его шкура, а вот он красивый, лоснящийся такой. О, тут такие яркие, красивые рыбы. Это бухгалтерия на выгуле. Ужас, фу, какая газ. Спят они, они уже в спячку попадают, все. Тут у нас какие-то креветочки интересные, яркие такие, маленькие, смотрите, рачки. Так вот видно, да? И улитки. Вот они ближе. Тут у нас
нас варан. Ковровый питон. Смотрите, какая красота. Шлемоносный Василиск. Черепаха. А, это не черепаха. Черепаха. Вот он у нас. Извините, вот он. Шлемоносный. Видите, зелененький, вот на ветке сидит. Маленький такой, интересный. У него на голове сверху такой, как будто шлем. Ну и черепаха с ним, соответственно. А, вот еще один сидит, его не видно. Ох, тут их много. Вот он, вот он, вот он. Опа. Вот он. А, и вон еще один, смотрите, сидит сверху, на самом верху. Вон там, под потолком. Спрятались все. А, и вон еще один возле лампы прямо греется. Жалко, не видно, лампа слепит. Тут у нас парагвайская анаконда в воде. А здесь у нас варанчики и летучие мыши. Ползет, да. Таракан ползет. И вот такие вот летучие мыши, из которых начался как бы типа COVID-19 в Китае. Да, вот такую вот мышку съели. Да? Съели мышку такую, да. Вон она летает. Это-то. Да, у нас в одесских катакомбах они тоже очень много. Правда, они помельче, конечно, они такие крупные, как эти. И обычно они днем спят, никто не летает вот так вот, как здесь они. Да, тут тараканы тоже сами по себе ползают, как хотят. Ну, по стеклам. О, какие у него зубы. Как они висят лапками. Тут тоже черепахи. В лапки спит. Варанчики. И там крокодил. Ну, к нему, к сожалению, не подойти. Он далеко вот там находится. Видно только его хвост. Проход туда для зрителей закрыт. А видите, здесь поэтому объяснение, что те находятся животные, которых зоопарк принял во время войны для временного содержания. Поэтому здесь пока временно закрылись. Раньше можно было подойти вот туда и посмотреть на крокодила с той стороны. Да, вон мышка побежала, обычная белая. Белая мышка. Видела? Видела, Кристина? Тебе нравится этот? Кристина. Тебе нравится? Да. А там змеючки. А это кто? Змеючки вон внизу. А это вон, кто? Смотри, присядь. Присядь. Вот, смотри, какая. Красная, желтая. Тебе нравится? А кого ты домой взял из них из всех? Игрушки. Так, тут у нас, ага, сверху вон. Еще спин. Вот там вот еще спин. И где-то вот тут вот еще, да, внутри. И вот, она на вас смотрит. О. Эуглифар. Пятнистый эуглифар. Смотри, какая лягушка. Тебе нравится? Варанчик такой? Да. Большой. Большой, зеленый, красивый, да? Ты бы его дома замучила бы. Лягушка такая. Лягушка какая прикольная. Она какая-то коричневая такая. Глянцевая. Австралийская квакша. Она должна быть почему-то зеленая на картинке. Вот тут. А тут она почему-то какая-то красная. Наверное, она меняет цвет, потому что под цвет керамзита она стала такого цвета, скорее всего. Тут у нас никого нет. Вон лягушка. А, вон в лампах. В лампе, в лампе сидит одна, вторая. Тут вот змея. Ох, какая рыба. И вон
панцирная щука, пятнистая. Смотри, сколько змеючек висят к стенкам приклеены. Тут тоже у нас змеи. Королевская змея Кэмпбелла. Вот такая вот, видите, яркая, красивая. Но они все уже готовятся к зиме, все спят, все полиняли и все отдыхают. Вот тут их две. Одна вон там за камнем, вон, а вторая вот там за тем камнем внизу. Тут никого не видно, по крайней мере, на первый взгляд. О, анаконда на втором проходе к нам решила вылезти и показаться. С синим языком. Красавица, так извивается. Так и говорит, засунь пальчик, засунь пальчик. Я тебя хвать. А, тут их две, вот вторая. Спит. Спит. Да, вторая придурилась, типа она не этот. Ушла. Ушла. Змея прикольная. Ушла змея. Уползла. Тут у нас змея погрузилась в воду и дрыхнет себе. Ей хорошо. Тут кто у нас? Ага, тут сверху вон сидит. Над лампой спрятался. Плохо видно его. Два красавца. Тоже варанчик. Ой, какие рыбы красивые, яркие. Огроменные. Вот змей. Вот черепа. Королевская змея. Вот тут уже, видите, королевская змея тоже скинула чешую. И вот она. И вот она к нам выползла. Смотри, какая красивая, блестящая. Там наверху зелененькая. Прямо эталон красоты женщин. Да, еще одна там вот спряталась сверху от нас. Ой, какой красавец. Питон тигровый. И он красиво свернулся. Голову положил в самом центре, для того, чтобы никто его не мог тронуть. А при этом тараканчики, смотри, какие рядом ползают. А тут щели. Это чтоб черепахи, чтоб черепахи. Где там питон? Где питон в соседнем? Нет. Стекла нету. Там нету между ними. Да, между ними нету стекла, да. Там стекла нет, а питончик может и вылезти. Ой, начал двигаться, смотри, какой красавец. Как он крутится. Тут черепашки у нас. Идем к рыбе. Черепах много. Мне интересно за ней там угадать. У нее так язык в мою сторону. Я на полгода к тебе. А тут у нас лягушка, смотри, какая большая, огроменная просто. Она прыгнула.
А этот спит. Тут у нас акулы тоже. Мы их смотрели с той стороны вместе с тем сомом, про который я вам показывал, как они умеют откусывать пальцы. А вот тут вот яркие такие красивые рыбки, неоновые, да. Больше всего нравятся детям. Добрый день. Так, дорогие друзья, уделяйте больше внимания детям, водите детей по зоопаркам, по террариумам, по аквариумам. Папа платит, значит, вы проходите. И помните, все семейство зоотропа работает для вас.